Удивительные сюрпризы, песни, танцы, игры и хороводы с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами и, конечно же, долгожданные подарки ожидали участников акции «Детей и взрослых» Брестского отделения общественного объединения «Дети в беде» буквально на каждом шагу. Гости праздника вместе украшали лесную красавицу красными сердечками. Это своеобразный символ инициативы, который означает стремление детей и молодежи Беларуси отдать частичку тепла и окружить заботой, вниманием и любовью тех, кто в эти прохладные зимние дни нуждается в этом особенно. Порой даже те желания, которые нам сложно воплотить в жизнь, мы стараемся вот эти желания, по крайней мере, наполнить теплотой, по крайней мере, с этим ребенком пообщаться, по крайней мере, помочь ему, поддержать его. Кто знает, может быть, вот эта поддержка, этот разговор, эта улыбка, это доброе сердце, может быть, оно послужит для него знаковым, может быть, он вырастет уже совсем с другим чувством. То есть важно поддержать. Визитная карточка акции «Своеобразная елка желаний». 15 красных рукавичек с письмами пожеланиями от детей с онкологическими заболеваниями появились на «Зеленой красавице» в этот день. Так добрые волшебники, активисты двух крупнейших общественных объединений страны, волонтеры движения «Доброе сердце» постарались исполнить желания каждого больного малыша. Уникальность в том, что здесь собрались люди со всего региона Брестской области и, возможно, какими-то своими пожеланиями, теплотой, подарками мы сможем подарить какую-то частичку любви детям и как-то сделать их жизнь ярче. Общение очень важно, потому что когда проходят лечение, они замыкаются в себе, а вот потом уже по чуть-чуть, когда выходят с этого состояния, крепнут, вот, им не хватает вот этого общения, они приходят на мероприятия, знакомятся, получают какую-то информацию, вот, поддержку. Делятся своими эмоциями. Бесспорно, в этот день маленькие представители Брестского отделения объединения «Дети в беде» благодаря большому количеству положительных эмоций стали чуточку веселее и хотя бы на мгновение забыли о своем недуге. Я ожидала чуда, и оно произошло. Дети, которые хотели получить подарки, они этого получили. Все хотят здоровья, всем счастья. И это сбудется. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество», направленная на оказание помощи нуждающимся детям во время новогодних и рождественских праздников, уверенными шагами движется по всей стране. Впереди еще много сказочного, волшебного и незабываемого.